Во, вяжем. Ха-ха. Посмотрите, какая елка из мезозойского периода. Вот он, рай, в котором даже сохранились растения, те, которых помнили динозавры. Аэропорт Ладу Мадейра. Вот он. Прибыл. Прибыл я сюда. Так и здесь. И вот я вышел на берег прекрасного океана. Как классно. Вот место, где дышать хочется, жить хочется. Волны внизу, прямо под аэропортом. Вот оно. Чудо-то чудное. На месте я. Слава Богу. 3 дня был. На автобусе, на электричке, на автобусе, на самолете. Снова на самолете. Ночь на свободе. Ночь в аэропорту тут. На скамейке. Там на скамейке. Вообще в аэропортах хорошо ночевать. Туалет есть. Основа жизни этих странников. Класс. Как хорошо дышит. Какая трава зеленая. У нас снег. У нас дождь со снегом в Киеве. Из Белоруссии пишут, просто снег, в Москве тем более. А здесь вот, вот снег. Нет никакого снега. Трава зеленая. Трава. Море. Солнце. Пальмы. И мезозойские елки. Но теперь это аэропорт, надо выбраться куда-то. Потому как 5 евро платить за 30 километров, это уж больно жирно. Пешком пойду. Пешком. Как говорится, буавьяжем, как там написано. Доброго пути. Ну что ж, с таким солнцем и пройтись 30 километров не страшно.